Всем привет, дорогие друзья, с вами Кот, и мы с тобой продолжаем играть в игру 13. Значит, что ж, остановились мы на том, что сбежали с подводной лодки, и нам теперь нужно найти Каррингтона. Погнали его, короче, искать. Значит, что у нас по оружию? По оружию у нас немного есть гранатки, также есть арбалет, и прекрасная вот у нас пушка. Но, кстати, вот почему-то пистолета нет, жалко, его почему-то убрали куда-то. Хз, ну, у нас мало патронов вообще в целом, так что погнали его искать. Так, значит, я так понимаю, нам нужно сейчас аккуратно как-нибудь забраться на крышу. Так, спокойно. Я надеюсь, нам дадут патроны, потому что... Так, направляйся ко входу в ангар, я узнаю, что происходит в... Окей. Если что, ребят, у нас озвучка русская, просто в некоторых местах можно не услышать. Так, окей. Хорошо, значит, у них какие-то проблемы со связью, если что. Так, спокойно. О, да ты чё, рили? Стоп, где это вообще, куда? Пулеметная лента. Так, давай-ка будем осматриваться. Так, значит, там враг есть. Так, спокойно, только тихо. Так, вот сейчас нам нужно пробежать быстро. Бежим, бежим, бежим. Бежим, только аккуратно, чтобы нас, правда, не заметили. Не хотелось бы, чтобы мы спалились, потому что они сразу начнут бить вот эту грёбаную тревогу. Почему капитан такой нервный? Маккоу не выходит на связь 24 часа, я слышал, что в целях безопасности лагеря собираются перенести. Так, тихо. Тогда ты можешь попрощаться со своими вещами, потому что если мы будем переезжать, нам не дадут упаковать вещи. Надеюсь, мы хотя бы останемся на юге. Ага. Если что, Маккола мы убили. Была там жесткая битва. Так. Спокойно, я пока... Так, быстро возьму. Тихо. Давай закроемся. Так, и погнали, короче, там. Ни хрена! Вот это жестко! О, ни хрена, что 13 устроил. Так. Вот, это хорошая тема. Так, хорошо, что я использовал. Так, есть там убил, либо как? Блин, у меня мало... Так, спокойно, тихо, 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 тихо. Вау, тихо, да аккуратней, блин. Так, лечись. Так, что у нас тут? Есть пушка. О, револьвер, давно я такой темой не пользовался. Так, хорошо. Бежим, 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 тихо, 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 кто? Это что, патроны? Я не знаю, зачем мы вообще собираем эти патрики, но да ладно. Так, у нас есть крюк. Значит, давай быстро используем его по назначению. Так, плиз. Давай, 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 давай. Блин, как бы нам использовать-то его? Так, точняк, вот тут нужно залезть, и мы сможем его использовать. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Так, есть. Полетели. Давай, полетели, да я тебе говорю, полетели, все. Человек-паук отправляется. Реально как Человек-паук, ты посмотри. Прям вообще жестко. Тихо, бля. Да ты чё? Так, спокойно. Блин, мне будет стрёмно, если меня поймают. Так, спокойно. Да блин, давай, стреляй. Так. Так, спокойно, да хватит качаться, блин. Мне сложно попадать. Давай. Плиз, прошу тебя, ну попади. Так. Ё, у меня 30 патронов еще. О, ни хрена, прям в голову. Мега круто. Так, ну все. Только тихо, блин. Да ну, еще что ли, спецназ подъехал. Так, поднимаемся на самую высокую. Либо нет, смотри. Сейчас, короче, раскачаемся и вот на вот эту хреновину. Давай, я надеюсь, мы сейчас сможем как-нибудь аккуратно подпрыгнуть. Так, давай, давай. Давай, есть. Оп, так, спокойно, тихо, 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 ребзя. Так, спокойно, давай вот так. Иди ты нахрен, вот ты вообще плохо стреляешь из лука. Я, смотри, какой профи, оп, и все. В смысле, там у него, у него шлем был, вот гаденыш, так. Тихо. Так, еще враги? Так, я... Блин, если что, конечно же, еще враги, откуда? Пошел нафиг. Так, быстро, 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 с крюком, оп. Поехали, Человек-паук. Давай, давай, давай. У-ху! А ты бы хотел бы полетать с таким крюком?
Я бы не против. Честно тебе скажу. Так, спокойно. Спокойно, так, наверх, наверх, наверх. Так, нам нужно сейчас вот аккуратно раскачаться и раз. Оп. Вообще хорошо. Так, теперь вот сюда, давай, поехали, поехали. Человек-паук в деле. Оп. Вообще. Так, теперь сюда, да? Ладно, хорошо. Ой, тихо, не упади только. Так, где? Куда? Куда и чё вообще? Так, туда нам не нужно. А, у нас цель. Ни хренашечки. Вот это, ля, вот эта тема. И чё ты хочешь от меня? С такой головкой, блин, вообще. Эта головка, наверное, все взорвет просто тут напрочь. Так, спокойно. Спускаемся. Так, тихо, тихо, тихо. Давай, отпускайся. Так, спокойно. Так, у нас есть... Блин, у нас немного патронов. Ну, ладно, давай вот, вот этим, если чё. Так. Пока очень подозрительно тихо, ребят. Очень подозрительно тихо. Ну, конечно же, откуда же вы все возьметесь? Пошел нафиг. Так. Так, есть. Так, ну мы немножко просрали, конечно, там Патрики, ну да ладно. Так, есть гранатки, хорошо. Значит, сейчас будем гранатами кидаться. Так. Где вы все? Так, тихо. Будем вот так смотреть через щели. Лучше на арену нам не выходить. Так, есть аптечка, хорошо. Берем еще, ничего себе. Много-много. Так. Вау! Здрасте! Пошел нафиг. И чё, как, убило? Я надеюсь, его убило. Так, ладно, не беспокоимся. Хотя, ай, не убило, я так и знал. Бля, чё это? Чё такое? Ой, капец, нас потрепало. Так, лечимся. Ничего, все можно. Так, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Чё у нас есть? Кнопка, жми. Есть. Так, давай, быстро. О, нихуяшечки. Чё? Нихренашечки, мы пробили тему. Так, все, бери аптечку. Так, давай, сейчас быстро все сделаем. Так, а чё тут, чё тут? Ничего, хорошо. Мало ли, что-нибудь можем просто залутать. Тихо, бля. Так, сейчас, конечно же, врагов появится дохренища. Хотя, сейчас, вот, подожди. Так, лучше вот с этой мне темой ходить. Так, аккуратно. Тихо, сейчас выйдет. Тут можно по шагам понять, как. Так, спокойно. Тихонько, тихонечко. Аккуратно, стелсом, 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 ребят. Так, есть еще, ё-моё, базука. Вот, короче, базука, это вообще тема. Чё у нас тут? Вау! Тихо, блин! Заметили, гады! Стой, стой! Да... Ай, да открой ты эти двери, ссаные! Бу-бу-бу-бу-бум! Давай! Херачиваем! Так, все. Терминатор пришел! Чё ты там издалека стреляешь? А, это там, там не враг, сорян! Блядь, тихо! Базука! Давай, перезаряжай! Охренительно! Все понятно, для чего... В укрытие! Да-да-да, давай, давай, короче. У меня у меня до хера патронов. У меня почти 400 патриков. Я не знаю, что вы там вякаете вообще. Все, ушел. Так, базука. Так, нихера ракетница. Так, спокойно. Я не знаю, что главный герой сейчас там сказал, но... Блин, я так понимаю... Так, спокойно, ладно. Все пока вроде нормик. Так, вот тут что-то у нас есть. Давай-ка сейчас возьмем. Еще от базуки, ё-моё. Походу нас к чему-то готовит, ребят. Меня это очень напрягает. Так, давай-ка, короче, быстренько сейчас смотреть. Значит, нужны ключи, коды доступа. Сейчас, короче, посмотрим. Скорее всего, там находится ключ. Возможно. Так, вот она. Давай-ка сейчас. Тихо. Есть жилет. Блин, я тебе рили говорю, нас к чему-то просто готовят. Какой-то военной рили атаки. Давай. Сейчас, спокойно, тихо спускаемся. Так, давай. Я надеюсь, там... Да! Я так и знал.
Блин! Вау! Нихера ты! Да блин, в смысле отлетает так? Давай, поехали! Давай! Вау! Я тебя положу! Я надеюсь... Блин, у меня две ракетницы! Так, спокойно. Бежим, бежим, бежим. Есть! Давай, уярим так, давай. Давай, перезаряжай. Блин, да как он обходит? Хорошо так обходит. Блин, тихо, лечимся. Чоппер, блин, копер. Да, чоппер, короче, называется тут. Да блин, в смысле ты промахнулся так охерительно? Так, короче, все. Пока этого не тратим. Давай. Короче. Блин, не, ему по барабану. Ему просто по барабану. Так. Есть еще две. Давай, бери. Так, спокойно. Главное не промахнуться, ребят. О, да! Так, вот сейчас опасно. Ой, мало жизнек. Так, спокойно. Вот сейчас мне нужно настроиться. Вот реально, у нас последний патрон. Если я промахнусь, это будет очень плохо. Сейчас, короче, смотри, он... Вот он встает. Да, есть! Мы убили его! Так, тихо-тихо, куда? Куда он летит? Так. Все, просто взорвался. О, тихо, блин, рама. Полетела аж к нам. Охренительно. Все. Просто круто. Победили. Блин, ФБР приехал, ребят. Так. Генерал Каррингтон говорит мне, что у вас есть презент для меня. Отдай ему досье Роланда, сыну. Так, ладно. Хорошо. Ну, если уж Каррингтон говорит, что отдать досье Роланда, ну давай. Все, уровень пройден. Капитан Стив Роланд сфальсифицировал свою смерть. Официально он считался погибшим. После этого он мог спокойно совершить покушение на президента. И никто и подумать не мог подозревать его. Но он не планировал, что его ликвидируют его же наниматели. Да. Да, это да. Он убит мангустом. Но ему как-то удалось добраться до дома своей жены, где он и умер. Именно Ким Роланд пришла в голову идея поднять его из мертвых. Понятненько. Но смотри, довольно-таки все очень интересно развивается, то есть... Я устроил этому человеку пластическую операцию, чтобы он стал напоминать Стива Роланда. Эта наживка сработала. Волки вылезли из своего логова. Полковник Эймус, этот человек невиновен. Пришло время поделиться нашей информацией. Так. Что думаете? Они готовят переворот, генерал. Двое из них встречаются сегодня вечером. И я знаю. Капец вообще. Проверка групп захвата. Группа 1 готова. Группа 2 готова. Группа 3 ошибка. Очень много спецназа. Прям вообще жестко много. Давай, флай. Так. Интересненько. И чё, как будет все? Уничтожьте охрану, не поднимая тревогу, послушайте в комнате. Подслушайте совещание в комнате 41. Ладно, ребят, значит, на этом пока закончим данную серию. Все было сегодня очень круто и интересно. Ух, на этом все. Подписывайтесь на канал для Steam Video, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.